Всем привет на канале Мосалим. Сегодня в работе у нас на шумоизоляцию дверей Subaru Forester. Двери разобрали, обработали поверхностью, обезжирили. Сейчас будем проклеивать. Двери абсолютно голые, голый металл. Такой звон в дверях на штатной шумоизоляции. Вернее, при полном ее отсутствии. Передняя водительская дверь. То же самое, под колонкой. Ни одного кусочка ребра. Вот вверху, в верхней секции что-то есть, но вот так у нас звенят двери. Все проклеим, приступаем. Работаем на Subaru с дверьми. Первым слоем проклеим виброматериал. Толщина материала 4 мм, клеится на горячую. Все, обязательно прокатывается валиком. Вторым слоем внутрь двери клеим шумопоглощающий материал толщиной около 8 мм. Также закрывается вся внутренняя полость двери. Затем третий слой. Еще один виброматериал клеится и прокатывается тщательно. Все валиком. Так у нас выглядит дверь. И четвертый слой, еще один шумопоглощающий материал. Так будет упакована каждая дверь, максимальная шумоизоляция. Все, доделаем двери и будем собирать обшивку. Закончили сборку дверей на Subaru, сделали полную шумоизоляцию дверей. 4 слоя, все проклеили, максимальная шумоизоляция. Весь пластик, все детали сидят в своих штатных местах. Никаких следов сбора и разбора автомобиля не оставляем. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!